Поехали. Мы сейчас около музея на открытом воздухе. Как называется? Скульптура. Да, ладно, понятно все. Скульптура. Здесь, собственно, все голые. Поэтому чем занимаются. Ничего такого я не вижу. Страшного. Человек просто сидит, сидят на самом деле. Мы-то думали, ну, да. Просто сидят. Нагие. Нагие люди, это прекрасно. И чайка вон цирк сидит на фалосе. На чем, Татьяна, еще раз? На фалосе. Ага, отлично. Дик. Дик-дик. Оп, собака пописала на скульптуру. Молодец. Ты сняла это? Да. У нас есть тёпка на границе. Мы собираем всякие косяки Норвегии для того, чтобы у нас на было границе. Чем оправдаться на границе. Потому что, по-моему, здесь очень много платных дорог, за которые мы не платили. Помимо тех штрафов, которые наверняка мы должны оплатить из-за неправильной парковки, езды, превышенной скорости. Парома. Алена, мы все время за ребенка возим. Сейчас вот в музей сходили, как family. Family тикет купили. Два взрослых и дитя. Да. Прекрасно, по-моему. И все у нас замечательно. Вот там идет молодой человек, приблизился. Татьяна, что вы нам расскажете? Прекрасный молодой человек. Дайте два. Запчат? Ну, конечно, свитер и трусы. Это мода Норвегии. Конечно. Здесь всегда дождь, кстати. И погода всегда фиговая. Солнце. Было как-то вот минут 5 сегодня. А может и 10? Да. Ну ладно, мы будем рассматривать фигуры дальнейшие, что наши действия будут запечатлены здесь. До новых встреч!